Всем привет, ребят! Ну что, давно я не делал уже обзоры на героев, и сегодня у нас будет с вами топовый обзор на топового прокачанного героя на максималке. Это вот такой вот будет, хотел сказать, разруха. Он похож очень землеройка. Ребята просили показать его в снаряги с уклонением. Сейчас я вырулю еще один пятый уклон, и мы с вами посмотрим, что он может. Так как герой имеет встроенное дополнительное повышение уклонения процентуальное, было у меня здесь две пятерки, я взял их, переролил. Ну, были пятерки на точности, он в принципе и так не миссает, поэтому этому герою лучше всего это уклонение ролить. Так. Как видите, уже почти 1,5 миллиона самоцветов ушло на роллинг созвездий разных. Есть некоторые герои уже с двумя тоже, какие ворожей, только правда не уклонение, но я вам тоже их покажу со временем. Сделаю топовые сборки. Блин, две пятерки, блин. Нам надо не то. Нам надо уклонение, и у нас будет эмблемой танец лезвий 9 стоят, то есть СО плюс. Такой вариант, он больше для PvP локаций, хотя на PvP локации лучше ставить ремку, чтобы сразу включался. Но мы просто тестируем сборку, как она будет выглядеть. Ну, то есть мы такой вариант потестируем на разных локациях, плюс ремку поставим, потестируем 10 СО на нем. Как по мне, СО лучше всего. Возможно, изворот будет, ой, говорю, изворот, не изворот, а танец лезвий будет тащить. Но это не точно. Такс. Блин, ну где ты, уклонение? У меня изначально было пятое уклонение, стояло на нем. Видите, полный трэш. Но с вас, как обычно, лайк. Кто не подписан, подписываемся. Пиписька не встанет. Смотрите, опять две пятерки сливаем топовых. Можно было просто уже четверка, не то. Нам надо только пятое уклонение. Ну, как видите, можно пятерки наролить. Это не есть очень сложно. Я вчера еще открывал смены вот эти. Тоже довольно-таки неплохо с них падает. Что-то нереальное просто с этим уклоном сегодня делается. Вот смотрите, сколько мы уже самов слили на это все дело. Хоть бери, блин, перероливай остальные созвездия. Я хочу просто вам показать в таком более четверка. Но четверка — это немножко не то. В более интересном варианте. Потом я его еще хочу переделать. Это, конечно, жесть, ребят. Такое чувство, мы сейчас полчаса будем выбивать одно уклонение. На нем было две точности пятых, но я все-таки убрал точность, так как она, по сути, на нем не нужна. Ему надо уклонение, чтобы он подольше жил. То есть такой вариант оптимальный для многих героев. Издевается рандомчик над нами.
Да капец. Я в шоке, как всегда. Сколько нам надо ролить, чтобы достать криты. Жесть. Да дайте, блин, несчастное это уклонение. Сколько мы там уже? 1040, наверное, заролили. Чтобы словить 1/5 уклон, ребят. Это бред полный. Я быстрее бы, наверное, там уклонение словил. Шестым. Ну, в идеале, это лучше, конечно, ловить там 6, а потом уже ролить остальное. Все. Все равно у вас бонус будет от 6, поэтому... Если вам повезет, то это, конечно, будет круто. Так. У меня многие герои с 6 уклонами есть. Я вам скажу так, ребята, сейчас начали точить Фрей. Блин, это просто офигеть. Это просто жесть. Смотрите, третий раз, ребят, третий раз у нас падает уже по 2 пятерки и ни одного уклонения пятого. Опять 4. А я хочу 6. Я хочу потестировать более дефный вариант еще. Просто пипец. Это издевательство, просто тупо издевательство. Люблю этот рандомчик. На, блин, чуть-чуть не хватило. Почему чуть-чуть не хватило? Ну, блин, ну ладно, пусть будет так. В общем, с вас лайки, поехали смотреть на героя. 6-6 у него получается, такая вот сборка. Ставим вальс, а ну сейчас я гляну, у меня есть, а у меня же на нем вальс такой есть, вот давайте такой вариант потестируем, ребята многие просили, так, попробуем вот так, его умение на 13 улучшает на 50% на 3 секунды, это дофига, ребят, это дофига, поставим сюда еще слона, попробуем его. Блин, вот жалко чуть-чуть, блин, и было бы вообще просто эпичненько. Слона, поехали в рейд, посмотрим. Это в топах, ребят, это 30-е прорывы, сейчас посмотрим, как он будет, будет, не будет тащить. Так, против Фрей, и что мы видим? Смотр вин. Смотритель шатает только так. То есть без вариантов, смотритель убивает. Так, смотрим, что здесь. Ну, здесь попадает, но здесь прорывы не вкачаны. Так, Фрейка. Ну, видите, боится стана. То есть, такой вариант... Не знаю, не знаю насчет этого варианта. Конечно, не очень мне нравится. Но это такой вариант, не сильно... Топовый, но уклонение здесь, по идее, должно быть дофига. Вот видите, его почти уже прессанули. То есть по нем будут попадать, если вы думали. Ну, конечно, он тоже дамажит нехило. Если вы думали, что он будет прям там неубиваемый, то это далеко не так. Вот такие вот статки у него. 9400 уклона. В принципе, довольно-таки неплохо. Плюс тут еще проценты. Плюс его родной уклон. Единственное, ему надо включиться еще, чтобы было увеличение. Ну а так, конечно, он будет хорош. Смотрим, Фрея. Дамажит, дамажит. Ну, прорывов нету. В таком варианте я не спорю. Идем на топовые расты посмотрим. Что он сможет на топовых расстановочках. Лада и бедняжка, бедняжка никак не может со мной потягаться. Накачал черепов на силу. Теперь не знает, как силу качать. Так, это не то. Блин, ну, где топы? Чё, блин, прям таки все...
А, идем на Машку нападем. Мучаемся. Так. Так, Фрэнк и прочее. Смотрим. Если мы кидаем его сразу одного, улетает на ура. То есть без вариантов. Сейчас попробуем его кинуть вторым номером. Кинем этого сначала, а потом его. Чтобы не подсмотрим. Все равно попадает. То есть вариантов, как видите. Да, он вроде и уклоняется, но он вообще не живущий, как по мне. Сейчас попробуем изворот плюс СО. Ну вот, Космо миссает, кстати. Космо миссанул. Ну а что же дальше? Вот, пошел отхил. Включился его скилл. Ну, видите, он боится стана. Даже слон не всегда спасает. Ну а так, вроде дамажить должен. Сейчас посмотрим. Вот, ударил. Ну такое, здесь прорывы не вкачаны у ребят. Это не против 30-х прорывов. Так, а вот 30-е прорывы. Давайте сейчас опять сделаем тестик. Так, отлично. Фрейка, добивай, добивай, добивай его. Попробуем такую связочку. Они вдвоем реально очень крутые. Я уже показывал, что, блин, что тот герой. Вот посмотрите, такая связка довольно-таки неплохая. Ну, опять же, Фрейя. Здесь, видимо, не на точность вкачана. Зефир. Ну, Зефир тоже миссает. В принципе, как вариант, довольно-таки неплохо. А, так, давайте что-то более интересное. Давайте сбегаем где-то на арену. Я не знаю, а тут у меня. Тут у меня противников нету. Давайте на забытой посмотрим. Вот он у меня здесь. А, так. Вот есть какой-то. Давайте стартанем землеройки. Он у нас не ремочный вариант. Так, чтобы вы понимали. Зефир. Ну, блин, не попадают по нему. Посмотрите, что он делает. Хорош. Неплохо. Особенно, когда он включается. Это вообще супер. Смотрите, что он творит. Хорош, хорош. Мне кажется, вариант все-таки СО. Десятое сейчас и поставить изворот будет поинтереснее. С зефиркой он наравне стоит. Зефирка нифига ему сделать не может. Зефирка его не пробивает. Ну, зефир там, видимо, не особо. Хотя 30-й зефир, ребят. Тут отхила, конечно, не кисло так. Не кисло отхила. Благодаря тому, что здесь у нас стоит священный суд еще. То есть это тоже надо учитывать. Благодаря священному суду он реально тащит. Ну, тут мы сольемся, отлично. А теперь давайте, пока он у нас есть, попробуем другой вариантик. Попробуем вот так сделать. Десятое СО. И попробуем сделать максимальный деф. Поставим сюда еще дополнительно. Где-то у меня должна быть девятая каменка. Вот она есть. То есть максимальный практически дев плюс уклонение. Поехали, посмотрим, что с этого. Набора энергии у нас нет. Отхила у нас, по сути, тоже нет. Так. Забытая. Поехали, опять такой же тест, посмотрим. Ну, этот затащил. Затащит ли этот? Сейчас будем смотреть. Ну, смотрите, по нем попадают. Ну, соответственно, у него нету 50% отхила. Вот что самое. У него отхила в данной ситуации нет. Но урон он очень прилично держит. Смотрите, он даже их тоже практически слил всех, но нету отхила. То есть такой вариант
Для пачки, мне кажется, такой вариант получше будет. Ну, соло, конечно, таким героем никто бегать не будет, это и так понятно. А сейчас мы попробуем вариант вот такой вот. Только я девятку сейчас найду, на ком там у меня девятка стоит. Кофеек остынет. В общем, мне кажется, сейчас такой вот вариант будет самый идеальный. Только, блин, надо найти. Да где ты, блин? Что я потерял? Где? А, на ворожее. Вот, вот такой вот вариант, мне кажется, будет самый топовый. Деф плюс уклонение, ну, я считаю, он сейчас должен вообще отлично и держать, и урон. Сейчас мы попробуем против первой пачки и против второй пачки еще. Поменяем пачки местами. Так, смотрим. Посмотрите, он не проседает. У него дофига миссов. У него увеличена жизнь, то есть такой вариант реально хорош. СО, которая по сути дает дофига КП, дофига дефа. Это, конечно, лучше, чем каменка. С каменкой это не вариант, я просто деф не самый вариант смотрел. Ну, у них всех по чуть-чуть просто ушатывает. То есть такой вариант просто люкс. Ну и все, Зефир тут тоже уже ничего не сделает, потому что тут еще и улучшенный деф. Ну хотя он броню-то игнорит. Ну то такое. А, вот, хорош вариант. Я считаю, очень-очень неплохой. Теперь давайте, там есть у него еще вторая пачка, которая... Сделаем вот так вот. Первая пусть сольется, и на вторую выкинем его. А у нас первая может еще не слиться, что ли? То есть ролите, тратите, ролите уклонение, и у вас герои просто неубиваемые получаются. Вот смотрите, как по этих Зефир попадает. Просто жесть. 5 героев, а там просто один герой в топовой сборке затащил эту всю пачку, разницу чувствуете? Так, а тут у нас интересно. Землеройка против землеройки. Я-то что-то не подумал. Видите, его быстрее убили. Давайте попробуем другой вариант. Давайте вот эту пачку поставим. Первая, это вторая, это третья. Я надеюсь, что первая пачка у нас сейчас затащит. Хотя это не точно. И она может не затащить. Но я думаю, что должна. Я не знаю, с чем там, правда, Зефир стоит вражеский. Если там маскировка, то скорее всего не нормально все. Все good. Вторая пачка сейчас у нас сольется, и посмотрим еще на третьей пачке. Ну, видите, тут с ремочкой сразу кинули блочку и все. Вторая пачка, сливайся. Отлично. Смотрим на третью. Да ты чё, вообще посмотрите. Вообще кайф. Им просто пофиг. Даже Бугимен бьет, а этому пофиг. Жесть. Не, все-таки слили. Все-таки попали, блин. Ну, все равно это получше. Ну, давайте еще одну попытку попробуем. Мне вот просто ради интереса посмотреть, сможет ли он ту пачку затащить или нет. А он сразу не включается, в этом как бы и минус. Но потом он нормально дальше движует. Пособие, как убить Зефира. Застанет, заблочить. Так, вторая пачка у нас должна слиться, да. Молчанка прилетела, отлично. Так, смотрим. Ну, то есть его можно в любом случае, если на ком-то будет хорошая точность, его будут сливать. Но такой вариант, посмотрите, ПБшка процентуально бьет. Ну, давай, давай, давай. Давай, тащи их.
Блин, не успевает чуть-чуть. Так, Бугимена раслил. Ну, это один герой, блин, против пяти. То есть, и там 30-е прорывы. Бугимен, посмотрите, там 30-го прорыва. Нифига себе, он просто их унижает. Ну, тут я не знаю, этого он уже, наверное, точно не унизит. Тут отхил, судя по всему, очень бешеный и не проходит. Здесь молчанка просто уже не проходит. Ну вот так вот, то есть этих два героя друг друга не убьют. Но блин, один герой может реально тащить, ребят. Посмотрите на этот хил. Хорош. Вот так вот. Давайте попробуем, я не знаю, где еще. Давайте попробуем где-то на арене еще им побегать. Есть он у нас. Он у нас тут не сразу с набором. Ну, тут, конечно, у нас противники такие. Ну, все, выключился я сразу же. Сразу же давай дамажить. Ну, дамага у него, как видите, особо нет. Но вариант, я хочу просто найти какого-то огника. Мне интересно против... О, отлично. Я надеюсь, он по центру будет. Отлично. Так, попали там по нем. Ну, дальше все, дальше пошел отхил. Не дают заряжаться, смотрите. Забор энергии и все, от него толку. Ну, его, конечно, они убить не могут. Я думаю, рано или поздно он все-таки их достанет. Ушатает. Без проблем вообще. Ну, не знаю, мне нравится такая сборка. 10-е СО. Все-таки это сила. То есть это деф плюс жизнь. Вот СО плюс вальс поставить именно эмблема, и герой будет реально неубиваемый. Отхил будет, рано или поздно он по-любому зарядится. Конечно, не всем героям это подходит, но такая сборка на сегодня, мне кажется, реально топчик. А когда ведут уже 10-е эмблемы, это уже будет просто трэш полный. Так, ну давайте против этого попробуем. Сейчас нам стан прилетит, типа, да. Конечно. Сейчас только хлоп, и половины нет. Блин, не знаю, мне нравится герой в такой сборке. Если ставить вальс, смотря, все зависит от локации. Если, например, будет битва гильдий, то чтобы его не сливали, можно и вальс поставить, 10-й прокачать, его одушку. Либо СО. Ну, СО он более такой живучий, мне кажется, будет. Что потом попадут, что потом попадут. То есть, если будет хорошо прокачанный герой на точность, в принципе, будут сливать. В общем, вот так вот, ребят. Такие вот дела показал. И вам просили показать. Я вам показал в двух вариациях. Дафный вариант и вариант на уклонение. Что тот вариант хорош, что тот хорош. Но мне кажется, с СО это точно так же, как с ворожеем. Я вам показывал ворожея на максимальном уклонении. В подземках надо, чтобы он хоть немножко держал деф. То есть немножко дефа на нем должно быть. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.